Итак, всем привет, это у нас Gadget News. Безрамочная Xiaomi Mi Max 2 подтверждена новыми фотографиями. На этой неделе генеральный директор Xiaomi Лей Цзюньцзе объявил, что Mi Mix 2 поколения уже поступил в массовое производство. Напомним, что смартфон будет представлен уже на следующей неделе, 11 сентября. Из многочисленных утечек и тизеров от Xiaomi известно, что Mi Mix 2 будет отличаться от предшественника еще более тонкими рамками вокруг дисплея. Новые фотографии подтвердили эту информацию и раскрыли внешний вид будущего устройства. Как видно на изображениях, верхней и боковой рамок у Mi Mix 2 практически нет. Стекло, а возможно и сам дисплей, имеет изгиб по бокам, что усиливает эффект безрамочности. На второй фотографии показана нижняя рамка, которая стала заметно уже, чем Mi Mix первого поколения. Вероятно, Xiaomi не может отказаться от ее из-за необходимости размещения на ней фронтальной камеры и различных сенсоров. Также уже было официально подтверждено использование в Mi Mix 2 флагманского 8-ядерного процессора Snapdragon 835. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!